я какую-то, короче, шайбу подобрал. Что-то большое, толстое. Ну хз, что это вообще? О, это мне? Тварина. А, кстати, я теряю патроны, когда я перезаряжаюсь или нет? Тут реалистично или нет? Я не знаю, теряю ли я патроны при перезарядке? Ой, ну не схватилось. Черт. О, найс. Что-то мне это долго времени. Замена поврежденной вагонетки. Пожалуйста, ждите. Это, конечно, много времени задело. Больше, чем нужно, блядь. Я постоянно путал терминалы. Справился. Я справился. Как только заработает компьютер, отправь вагонетку с пульта из комнаты контроля. Только быстрее. Я слышу, как тут что-то скребется. Да все, не почувствовал. Сзади никого нет? Кого-то слышу? Процедура замены прохождения и контент для зрителей. Блять. Чем дальше ты проходишь, чем дольше перепроходить. Так я не буду начинать заново, блять. Я вспоминал, что игра сломанная. Я себе зарунил прохождение. Я себе ничего не рунил, это не моя проблема. Что я могу поделать? Заново начинать? Вообще пиздец, я уже начинал заново несколько раз. В смысле? Это мне? Он должен быть где-то на инженерной палубе. Мы уже три раза сказали. Или это специально для меня повторяют. Потому что это я играю. Но я реально уже забыл то, что она сказала, кстати, я уже успел забыть. Чего там на инженерной палубе? Какие-то мутанты, они раньше людьми были. Я нажал! Как нажать? Я нажал! Оно не работает? Ебать, а что было вообще? У меня почти все хп съели. What? Мне нужно карманы скрафтить. Мне нужно карманы скрафтить. Мне нужно карманы скрафтить. Не, Mass Effect это точно не то. Ну, бля, я уверен. Про Dead Space я никогда не говорил ничего плохого, я не знал, что это. Я говорю, я думал, что мне неинтересно будет, но, походу, я ошибся. Вообще охуенная игра какая-то. Ну, типа, она слишком хороша для своего времени. Это как будто эту игру выпустили в 2021. Только в 2021 говно выпускают обычно. Недоделанное. Хотя эта игра тоже не работала, будем откровенны. Тут берем проблем. Оп, сейчас все работает пока что. А еще буду, если я сюда стану? В смысле? Кто там с вами разговаривает? Это одновременно смесь Resident Evil, компании Чужого в игре Чужой против Хищника. И вот фильма Event Horizon. Раз ты его читать не хочешь, так как он с оскорблением, то помянем маньякича. Что, мне уже. Тебе уже скидывали, как меня сложно. А, там что-то черт. Там что-то чел пердел про это, да, но я не буду. Ну. Короче. В любом случае, мне в Дискорде, наверное, объяснят после стрима, поэтому. Получается, этот стрим на среднее, но это не моя вина. Как я могу, блять, ну. Как можно вот чисто вот. Знать, что если ты нажмешь продолжить, то у тебя сложность собьется. У кого-то хоть раз в жизни такое было, у меня лично нет. В таких играх бывают, делают разрабы каких-то бесконечных монстров в темноте. Они бесконечные, ты должен там, не знаю, куда... Блин! Надеюсь, что такого нету. Жалко нельзя голову разнести, пиздец. Нереалистично.
Как я могу оторвать конечность, если не могу разнести башку? А, башку можно отрывать после конечности. А, так это неплохая старта. На всех добивает, чтобы не вставали. Чё за параша? А теперь очки 12 пишет. Какие очки? Какие, блядь, очки? Что это значит? Я хочу понять хоть что-то. Это мой общий урон? А, урон стал 12, все, я понял. Пиздец, сложно было. Это было сложновато. Это... О, узел! Ебать, узел! Ха! А, это мне? О. Это мне? Игра просто вообще нереально охуенная. Так, у меня урон стал 12. Правильно? А типа, когда я улучшу скорость, у меня станет скорость 1.2. А типа, это мое дерево, это скилл 3, я должен отсюда начинать и вот так вот все прокачивать. А тут нету ничего, блядь, в этом узле. В смысле? Я что, дау? Да. Нужно как можно быстрее сложность поменять на тяжелую. Для этого, чтобы поменять сложность на тяжелую, нужно дойти до сейва ближайшего, срочно. Это просто не верится, что игра была сделана в 2008 году. Как можно сделать такое в 2008? Она ж выглядит просто нереально охуенно во всех смыслах. То есть, единственное, что хуёво, это карта. Карта пиздец. Из Doom Eternal карта, это... Я не могу понять, что это такое, блядь. Забейте, я ебал. Я не понимаю. Карта мусор. Кроме карты, все заебись. ХП просто идеально, просто четко. Ты что такой быстрый? Хули ты вызвал? А проверить, он умер? Блять! Тварь ёбаная! Я ж хотел проверить, но... А как мне проверить иначе? Карантин снят. Я удивлен, как они выживали на протяжении такого количества времени, пока я так, это всё делал. Так, мы на борту и направляемся к мостику. Отлично. А я куда? А я? Странно. Карантин только что был снят. Это наверное, эта дрянь убралась с причальной палубы. Вот и славно. Айзек, давай на Киллиан и подготовь его к вылету. Мы сейчас на мостик, встретимся уже на борту. Так, мне куда? Если доживем. Мне обратно, Хэмонд, то есть? Мы не сможем с этим справиться, это самоубийство. Ваша низкая оценка моих действий принята во внимание, мисс Дэниелс. Но у меня есть задание, и я намерен его выполнить с вами или без вас. Я ясно выражаюсь? Мне туда, правильно. Просто выведи нас, а? Эти удары, я не знаю, он у меня жестче, чем любой супергерой Марвел, блядь. Этот пинок, я не знаю, жестче, чем что-либо, когда, что я в своей жизни вообще видел. Так, потратить аптечку ради двух зарядов, не, не стоит. Хуйня полная. Враждебные формы жизни. Корпус повреждён. Срочная эвакуация. Вставай! Бля, как же игра охуенно выглядит для 2008-го? Я поражаюсь просто. Невероятно охуенная. Как она так может выглядеть? Какую... Повреждение секции главного. Нет, туда, обратно. Куда мне? Туда? Сюда? Я... Хочу с ними драться вообще? Не сюда, maybe? Надеюсь, игра не скатится как, ну... Просто понимаете, первый стрим по RDR, я тоже думал, что игра охуенная. А потом... Я охуел с того, насколько она... Насколько RDR хуёвая игра. О, магазин? Серьезно? Серьезно? Это напоминает, знаете что? Это напоминает Дино Кризис. Блин, они реально со всех лучших игр собрали лучшее. Со всех лучших игр и фильмов. Это чисто Дино Кризис. Лазерная винтовка, это мне. Импульсная винтовка, это мне. Защитный костюм второго уровня, это мне. О! Карманы! Карманы! Объем рюкзака плюс броня. По-любому карманы. Карманы, карманы, карманы.
Заапгрейдил карманы! Еще есть, ну, заставочка, как я его одеваю. Как же охуенно. Какая же игра вообще, просто вынос мозга. Они все лучшее собрали, все, что вообще было лучшего. Вот это просто пиздец. У меня даже шлем улучшился. Я прям на человека стал больше похож. Почему? Почему настолько охуенно? Я не могу понять. За что? За что? Невероятно. Так. Покупать это быть дауном, это расходники. Мы покупаем только годноту. Вот узлы нужно покупать. Узлы, мэби винтовки. А что сильнее? Лазерная винтовка. Стоп, подождите. А чем отличается плазменный резак от лазерной винтовки? Обнаружена опасная аномалия. Активирован режим карантина. До побачення! Сколько у меня патронов? Я немного продал. 35? Ну, нормально. Домой очередной. О, это мне? Помойка, на! Мне эти ботинки пиздец нравятся, я бы всех такие хотел. Ха! Представьте соседям так. Бога ради, что там происходит? Да не волнуйтесь вы так, доктор Кейн. Все образуется. Ну, видеосообщения какие-то кажется. Маленькие в этой игре. Стоит предположить, что источником проблем в колонии это был обелиск. Не 144p. Вы можете предполагать все, что угодно, но не я. Обелиск — великая святыня, и вы это знаете. Пути Господни неисповедимы. Ладно, завтра он будет у нас на борту, и можете исследовать его сколько угодно. Капитан, внизу гибнут люди. Они убивают друг друга. Это что, и есть та трансформация, о которой говорит юнитология? Доктор Терренс, чем серьезнее ставки, тем больше риск. А сейчас они высоки, как никогда. Это меня и беспокоит. Или это его новая рука имеется в виду. Почему? Короче, ты поймешь, что имеется конкретно в виду. Он себе поставил новую руку или новый бицепс. Помогите! Ради бога, помогите! Спасите! Что это за ребенок? Что происходит? Ого! Разумею! Вот! Опасный микрочел! Мутировавший хейтер. Страшно вырубай, сука. Как нажать? Пиздец, блять, накосил меня сильно, тварь ёбаная. Что ж такое? Что я подобрал? Бать, они сильные? Они не умирают? Собака датин. Собака датин хчпа собака. 5 выстрелов? Ебать. 5 выстрелов по ребенку? 2 ребенка еле снес. Вот так-то лучше.
Добрый вечер, Батуа. Как тебе игра под названием Valhalla? Чек не обязательно, ее потом в свободное время есть сюжет. Лейте, передай, пожалуйста, привет моему другу с ником в чате. Чье подчеркивание, алло, подчеркивание. Это твои друзья из чата? Девка? Раньше девок не было до этого. Так, мне нужен альтамус для этого доната. Сегодня уже глаза меньше болят, но сегодня что-то начинает болеть. На прошлом стриме прям почти сразу начали болеть. Сейчас сегодня уже лучше, когда я поспал. Лег, ну не супер поздно. Добрый вечер, Батуа. Как тебе игра под названием Valheim? Не в курсе. Чекни обязательно ее потом в свободное время. Есть сюжет. Плюс-минус. И передай, пожалуйста, привет моему другу с ником в чате. Айс. Блядь, сука, хейтер ебаный. Хотел меня, ну, подъебать. Пошел ты нахер, козел! Привет, дорогой зритель. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующие ролики. Ставь палец вверх, если тебе понравилось видео. Спасибо за просмотр и держи твикс с хлебом и грейпфрутовый сок.